Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня трэш на Нимке открылся, наконец-то тоже появилась обнова, и сейчас мы побегаем. Я хочу сегодня добить пиратика, попробовать собрать все-таки розу, если получится у нас. Так, забираем. Тоже дали набор за один. Видите, здесь тоже 100 баксов стоит. Вот здесь дали 50, ребят. Целых 50. Типа супер рун получить супер питомца. Такс. Вот такой вот дали тоже наборчик. 30-30. Шанс получить мега имбу. Попробуем это сделать. Это не точно. Не забрал, места хватило, отлично. Такс, ехали трешовать. Это музыка орет, сделаю чуть тише. Такс, так, как видите, этот чисто за донат. Питомца у меня нет. Попробуем такой вариант. 5 печенек. 5 печенек и 5 печенек. 15 печенек мы получили и больше нифига. Совпадение, не думаю. Так, окей. А что у нас по ресурсам творится? По ресурсам у нас все good. Поехали с вами. Вот квастик, кстати, добавился за открытие питомца. Вы можете получить дополнительно. Хорошо это или плохо, не знаю, потому что по сути это еще дополнительный один квест, который будет нам мешать в получении 300 самов. Так, отлично, собрали. Брайдик, здесь герои классные на немке. На Айсе тоже, в принципе, обалденные герои. Ну, все круто, все классно, только не на русском сервере. А по поводу обновы, ну, что я могу сказать? Обнова, в принципе, никакая. То есть ничего такого сверхъестественного нет. Будем пробовать фармить новые локации, собрать донатного героя. А пока что его не продают. Можно на английском сервере обновиться. День, я думаю, тоже в завтра, скорее всего. Там, скорее всего, запихнут сумочки наших новых тантиков. Надо фармить много кбшки и прочего, что тоже задалбывает. Делать нехрен нам сидеть по этих локациях. Так, элитные или хочу побыстрее ударить пиратика и попробовать удачу, получится у нас или нет. Пират здесь реально обалденный. Такого бы пирата на все сервера. Ой, тут Фрейя есть. Так, побежали. Без опаски. Хатмушка, давай тащи их всех подряд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Или у меня. И химба героев. Это мы тратить не будем. Так, нам надо две базы затащить. И все будет просто изи. Тихо, не сливаться. Блин, на 100% надо пройти. АМА. Ну, поехали искать легких противников. В принципе, Махатма, у меня такой состав, что они должны затащить любого, но это не точно. Главное, что здесь есть стрелок. Стрелок реально офигенная тема. Жалко, у меня на Айсе нету стрелка. Как бы там еще стрелок, вообще была бы тема. Можно было бы хорошенько качать аккаунт. Так, еще одного.
И закончим квастики. Тащим. Шанс слива максимальный. Тут, блин, хрон 164. Будет тут по-любому салют увидеть. Тень его очень. То, о чем я и говорил. Смотрите, что делает эта тень. Это просто жесть, ребят. Полный трэш. Ну, давайте попробуем вот так вот завершить за 10. Так, ну что? Чик. Придется нам помучиться. Ничего не сделаешь. Так, бесплатная сменка. Пробуем убить паладинов. Кстати, 70 самоцветов халявных, как видите, вот так, Вартун еще 50, нифига себе, вот посмотрите, как мне это нравится, заходишь на этот сервер, тебе просто раздают самики халяву, еще карта, ничего себе, просто кайф, просто море плюх, вот реально, получить какие-то топовые плюшки, это надо идти сюда. Есть для доната, для без доната, для всех. Просто кайф. Блин, а вот тут вот все печально. Реально печально, подстава. Так, теперь там надо где-то 80 самов нафигачить. А где их нафигачить, я даже не знаю. Смотрим, что у нас тут. Ратуша нет. А что там в ратуше? Молотков у меня нету на ратушу. Ой, что это нас выбросило? Это, кстати, я заметил, выбрасывает. Еще одна обнова. Вот так вот мы забрали самики. Ну, окей, ждем. Ну что, ребят, наконец-то запустились серваки. Я все-таки добил подземочку, обычные добилы, и поехали, попробуем словить эту имбу. Костики закончили, даже здесь у нас. Ух, блин, я думал, я уже как обычно сейчас просру самоцвет и придется опять трешивать, думать, где их добить. Так, ну что, пиратик. Одна попытка, ребят, одна попытка вытащить отсюда. Я хочу, конечно, розу дособирать, но если будут мешки огника, я тоже не рест. У нас уже есть 30 осколков, поэтому и то классно, даже если фоба, это вообще супер. Давайте, бесплатная попыточка, чик, карточка смены. Ну что, поехали, прожали лайки. Let's go! Ну, сейчас, как обычно, херня выпадет. Блять, как знал, вот как знал, вот всегда, блять, только начинаешь что-то делать нормальное, и вот тебе на. Ну, вот такие вот расходники, ну, 50 камней неплохо, карты смены дополнительно тоже неплохо, плюс питомцы, ну, в общем, вот так вот. Такие вот, ребятушки, у нас дела, плюс скин вытащили. Я помню, скин отсюда, сейчас глянем. Да, скин отсюда. Ну, вот так вот. По чуть-чуть собираем. В общем, я так понял, мы еще долго будем собирать розу и огника здесь. Ну, будем пробовать, будем трешивать. В общем, пишите, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Одна попытка была, мы ее просрали. Будем копить на следующий раз. В общем, вот так вот. Всем удачи, всем пока.